вкусом и продуктов. Дама похожа на больницу, старухи, прилипая к окнам, хватаются за поясницы, трещит по крышам дождь, как будто картошка на дешевом сале. Электрическое утро качается в универсале, и снова осень, сотни в плач, тысячи хлюпают носами. Свиньи стоят деревья, словно мачты, с оборванными парусами. И безработные матросы садятся в круг стола на койках. Нас покрылись купоросом, не в дальних плаваньях, в побойках. Их жирные от рыбы пальцы, привычные скорей к моторам, хватают рюмку, лишь китайцы так удивительно проворны. Вдыхая в вечном заключении табачный дым грудною клеткой, им продолжать свое лечение не алкоголем, так таблеткой. И тешит душу, что когда-то, теперь уж скоро собираться, но уподобившись пернатым, на слабых крыльях не подняться. И снова осень, лист газетный торчит из черноземной жижи. Нет силы пережить все это, нет силы даже просто выжить. В стране, где храмы, как поленья, сожгли всего за треть столетия, где уж второе поколение общается на междометиях, где от богатства ломит спину и вечно не хватает малость, где осень пахнет керосином и коммуналкой пахнет старость. И снова осень, значит, где-то для второсортных эссенитов, где гениальные поэты, потенциальные инвалиды, в их почерневших пальцах сжаты большие метлы, но не перья, и забивая уши падой, скрипут асфальты под мастерья, заря смертями, как листвою, век затянулся високосный, трещат дожди над головой, и бесконечно длится осень. А впрочем, полно что-то слишком ужасное нарисовалось. Здесь можно жить, здесь можно выжить. Или точнее, встретить старость.